Праздник красок и огней. В Берлине проходит ежегодный фестиваль света. Объектами световых инсталляций стали главные достопримечательности города. В эти дни они переливаются всеми цветами радуги. Перед собравшимися открывается неповторимый облик ночного города. Лицезреть такое шоу в самом сердце Германии можно лишь раз в году. Теперь представление смогут увидеть и граждане других государств. Уже в ноябре инсталляции художников со всего мира покажут в Нью-Йорке, Канаде, а также в странах Азии. Я живу в Берлине 10 лет и стараюсь не пропустить световое шоу. С наступлением темноты город полностью преображается. Я гуляю уже третий час и не могу налюбоваться. Невероятно красиво. Даже не знаю, что сказать. Я был во многих странах, видел световое шоу, но берлинское особенное. Город светится, столько цветов, столько оттенков. Это завораживает.